Почему мы испытываем эмоции, когда слушаем музыку? Бывает, включаешь в машине радио, слушаешь знакомую мелодию, и на глазах появляются слезы. Или наоборот, при первых звуках возникает радость и желание созидать. Это влияние музыки. Привет, меня зовут Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». По сути, музыка представляет собой организованный шум, который имеет три характеристики – частоту, ритм и громкость. От их сочетания зависит выброс гормонов, которые определяют эмоциональное состояние человека. Наиболее приятно считается музыка, максимально воспроизводящей ритм сердца, то есть 120 ударов в минуту. Он сохранен нам с перинатального периода, когда ритм биения сердца матери ассоциируется с безопасностью. Такая музыка активизирует отделы мозга под названием прилежащее ядро. Это стимулирует выработку двух гормонов – дофамина, который отвечает за удовольствие и мотивацию, интерес к жизни, и гормона тироксина, который повышает уровень энергии. Из классики к такой музыке относятся, к примеру, Грик и Моцарт. Кстати, такой же ритм используется в сельском хозяйстве для повышения удоев. Для улучшения настроения отлично подходят афроамериканские ритмы – регги, блюз. Они стимулируют выработку гормона окситоцина, что пробуждает либидо и настрой на романтику и доверие. Если хочешь дать выход переживаниям, можно послушать орган Баха. А в версии Light, допустим, басту с композицией Сансара. Эта музыка стимулирует выработку окситоцина с опиоидами, что придает душевным переживаниям мистико-философский окрас. Человек страдает, но при этом видит, что жизнь – это не только боль. Норадреналин с адреналином и тестостероном – это история всплеска агрессии. Для этого можно включить погромче Нирвану или Линкин Парк. Выброс агрессии происходит за счет сочетания темпа от 140 до 160 ударов в минуту с повышенной громкостью. За рулем такую музыку лучше не слушать, так как она приведет к агрессивной манере вождения. Но есть в ней и положительные моменты. Можно поддержать тяжелый физический труд или тренировки с большими весами. Предпочтения в музыке показывают интеллект, характер, жизненные стратегии человека. Так, песни Абба – это позитивная музыка, имеющая темп от 120 до 140 ударов в минуту. Человек, которому нравятся эти исполнители, открыт, излишне сентиментален, плохо переносит глупость, ограниченность суждений и негативизм. Но делать обратные выводы о характере не стоит. Предпочтения у всех разные. При этом музыка вызывает у многих людей одинаковые эмоции, на что влияет в том числе генетическая память. Специальная структура мозга, лимбическая система, содержит память нескольких поколений. Она особенно важна для выживания. Когда вы видите в лесу корягу, похожую на змею, отскакивайте от нее, потому что работает лимбическая система. По опыту предков вы знаете, что укус змеи может быть смертелен. Треки, сохраненные в вашей генетической памяти, уже не способствуют выживанию, но они есть. Если человеку нравится, к примеру, скандинавская музыка, скорее всего, генетическая экспертиза покажет, что среди его предков были скандинавы. Видимо, мозг улавливает знакомые ноты, и музыка воспринимается как своя родная. Наиболее сильное впечатление производит та музыка, которая обманывает наши ожидания. Когда тихая мелодия, например, сменяется оглушительной громкой. Человеческий мозг настроен на новизну, поэтому монотонность вызывает потерю интереса. А небольшой диапазон новизны, чередующийся с чем-то привычным, его ростом. На новизну вырабатывается дофамин, а на узнавание знакомого – серотонин и эндорфин, которые иногда называют гормоном удовольствия. Влияние музыки на организм человека огромен. Она калибрует сердечный ритм, действует положительно на центральную вегетативную нервную систему, улучшает работу внутренних органов и систем. Музыку полезно слушать во время занятий спортом. Это доказано исследованиями, проведенным в 2012 году.
учеными университета Шеффилд Халлам в Великобритании. Велосипедисты, которые слушали музыку во время тренировок, при такой же нагрузке потребляли на 7% меньше кислорода, чем те, кто тренируется в тишине. Так что, собираясь в следующий раз на велопрогулку, не забудьте загрузить в плеер специальные треки. Желательно без слов, чтобы мозг активизировал подкорковые отделы. Например, подойдут композиции с частотой 145 ударов в минуту. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До новых встреч на проекте «Популярная география». Всем пока!